think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Дэнни, и он вытащил нового героя, дал на обзор, за что ему спасибо. Поставили лайк видосику, сказали ему спасибо в комментариях, спасибо мне в комментариях, поставили еще раз лайк. Вот такая вот сразу же имба с пятой ремкой, нифига себе. Заодно узнаем, автопрокер или не автопрокер. В общем, поехали, почитаем его описание. Что он из себя представляет. Так, буйный метатель. Каждую секунду наносит 860 урона 5 противникам и 20% урона превращает в лечение только для самого себя. В то же время снижает вероятность попадания в цель на 21 в течение 1,5 секунды. Когда герой умирает, он наносит 1000 урона вражеским героям, ну типа Деда Мороза. Имеет встроенное ограничение по урону, а также воскрешает самого себя. Поехали, посмотрим, не знаю, первое знакомство, вот так вот он выглядит. Довольно-таки интересно смотрится, не знаю, какой-то гоблин. Не знаю, с какой игры, напишите в комментах, кто знает, с какой игры это скоммуниздили. Как обычно, поехали, смотрим. Ого, нифига себе! Да, это, ребятушки, это жестко. Это самое, что не есть имба-имб. Блин, мне это нравится. Вот реально, это мне нравится. Посмотрите на то, сколько он наносит дамага. Каждую секунду дамажит. Блин, 860 на 5 целей. Блин, круто. Реально что-то в нем есть. Ой, мы не посмотрели, как он взорвался. Давайте еще разок. Конечно, дамагер он офигенный, я вам скажу. По дамагу. На подземках он будет просто чудовище. А я не вижу в нем никаких иммунитетов. Пока этого незаметно. Но по дамагу посмотрите. То есть он бьет как здание, как юнитов, так и героев. Он бьет полностью все своим скиллом. Соответственно, интересно будет даже его поюзать на битве гильдии. Посмотрите на дальность атаки. Для БГ, я считаю, это вообще будет один из топовых героев для бездоната. Ну, конечно, если он будет держаться жить. Но добить здание где-то, я вам скажу, очень даже ничего. Ну, конечно, он может задеть и героев. То есть, это такое. Но круто. Поехали. Давайте где-то сольем его. Мне интересно посмотреть на его автопрок. Он не автопрокает, ребят. То есть, он без цели. Без цели бить не будет. Он не автопрокер. Минус. Земной. Наземный, точнее. То есть, не летающий герой. Тоже, в принципе, минус. Скорость атаки, ну, такая, средняя. Но вот этот его скилл, когда каждую секунду он дамажит заряд. Вот посмотрите, он один раз включился, и все. Это наподобие что-то до Асуры, как я вижу. Ну, не знаю, что-то такое. То есть он цель не бьет, но все равно каждую секунду дамажит. Вот смотрите. То есть это своего рода Асурик. Только уже такой, знаете, заряженный. Так, я хочу, чтобы его слили. Непонятно, сколько у него там ограничения по дамагу. Сейчас где-то пойдем на более высшие левела. Но это реально кайфовый герой. Мне он нравится. Не знаю, как он будет в плане применения против топов, конечно, но для бездоната это реально интересный герой. При определенных сборках, если он будет включаться сразу с дамагом хорошим, он будет тупо шатать. Ой, классная раста была. Так, давайте проверим его абилку. Надо на кого-то интересного напасть, чтобы нас сразу слили.
Вот так вот он. И смотрите, сразу же резнулся. Ух ты, круто. Блин, ну по дамагу я вам скажу. Это не жданчик такой. Это больше, наверное, пвпшный герой. Интересно. Реально интересно. Давайте попробуем. Что тут у него, наверное... А, у него огни не пройдены. Но как раз заодно сейчас попробуем подземку забежать, посмотреть, что он себя представляет. Но смотрите, зональность атаки какая. Блин, бешеная. Бешеная зона атаки, конечно, это реально круто. То есть ему один раз стоит набрать, и все, один раз включиться. И этого вполне хватает. Так, блин, надо найти какого-то посерьезнее противника, чтобы мы хотя бы посмотрели, какой у него отхил. И уходящий дамаг. И сколько режет ему дамага. Блин, ну на подземках посмотрите, что он творит. Он еще себя хилит, ребят. То есть вы учитываете то, что он себя будет хилить. Это реально круто. Ну, не знаю, мне вот это вот то, что я вижу, нравится очень даже. То есть он бьет все. Битва гильдии, ну, с уклонением на максималку его. И против противника можно свободно выкидывать. Здания будут просто отлетать. Я думаю, что битва гильдии просто досвидос будет. Жестко, реально очень жестко. Ну, посмотрите, юниты, здание, все летит. Отхил 165, ну нас здесь не дамажит просто. Интересно, какое у него там ограничение. Я вот не могу просто увидеть. Сколько интересно ограничений. Сейчас зайдем в описание, почитаем еще разок, посмотрим. Но вот, ничего не написано. А возможно, просто обычное ограничение. Такс. У нас тут первый скилл. Блин, ну давайте его качнем на десятку. Все равно реально на этом аккаунте он должен быть на десятку. Кого еще не качать, как не его? Смотрим. 6000. Блин, да он подрубает отлично, ребят. Каждая секунда летит плюха. Но это реально жестко. Если зависнуть на ком-то, это просто пипец будет. То есть он будет дамажить, дамажить, дамажить. Да, понятно, он будет еще и заряжать при этом, но... Блин. На десятке 5 целей, 590, 20 отхила, полтора. Так, 17 точность понижает, 1060, 66. Ну, вполне очень даже ничего. То есть у него с левелом его скилла просто будет расти дамаг. Все. Не более того. Но посмотрите, как он расфигачивает просто все подряд. Ну это, знаете, это своего рода бездонатный минотавр, можно так сказать. Но здания отлетают просто на изи. Это при том, что он у нас сборка не домашняя. Блин, круто. Реально круто. Давайте так, не будем особо наглеть. А, тут кулаков хватает у него. Девятку. В принципе, девятку можно не качать. Посмотрим на арене. Ой, или есть тут эта арена еще надо. Не, есть арена, отлично. Блин, бездонатный персонаж реально крутой.
как по мне, смотрите, что делает. Вот каждую секунду он дамажит. То есть ему цель не надо. Это реально круто. То есть без разницы, где он будет стоять, он будет дамажить. Плюс он понижает точность, ребят. Это тоже немаловажно. Ну, дальник. Но тут его под молчанкой просто тупо ушатали. А, давайте попробуем. Через низ пробежать. Посмотрим, кто быстрее будет. Они или я. Но он быстрее бежит. Смотрите, что он творит. Так, молчанку получили. Ну, тут понятно, дамага на 200-х не хватает. Но очень даже ничего. Хорошо. Поехали дальше. Забытая. 9000 надо. К сожалению, на забытую мы не сможем пойти. Такс. Ну, как видите, у него нету иммунитета. Вот это самый основной минус, у него нету иммунитета. Но если вцепить ему нового суперпэта, который там дает от стана, от заморозки, ну, от молчанки единственное не дает, то, в принципе, очень даже ничего. А на битве гильдий, конечно, многие герои будут его блокировать, но в пачке, я думаю, вместе с хорошим ворожаем он будет хорош. Он реально будет хорош. Ну, по крайней мере, то, что я вижу здесь, мне это нравится. В общем, такой вот, ребятушки, герой. Пишите в комментах, что вы думаете по нему. Ну, мне понравился. Не знаю, как вам. Напишите в комментариях. Всем удачи. Всем пока.